Політика UA на каналі Рада вітає. Будемо говорити про роботу парламенту, про роботу цього пленарного тижня. Гостем нашої студії є народний депутат України, який представляє фракцію опозиційного блоку Олександр Вілкул. Пане Олександре, я вітаю вас. Добрий день. Щойно розпочався пленарний тиждень, пленарна середа, і відразу не встигли відкрити ранкове засідання, як воно було призупинено, його роботу на невизначений період. Зрештою, що сталося? Можете пояснити ситуацію? Ну, я вважаю, що сьогодні произошла катастрофічна ситуация впервые в истории украинского парламентаризма. Неизвестные люди зашли через двери президиума и практически захватили трибуну Верховной Рады. Я скажу, что если сейчас не объединяться всем здравым людям и не бороться против вот этих милитарных проявлений, то нам скоро Руанда и Чили могут показаться демократическими странами. То есть без пояснений это все произошло, что, зрештою, осталось в сесійній залі? Пока без пояснений. Я думаю, что со временем появятся пояснения, расскажут, что так надо было, еще что-то. Ну, люди у власти как-то же не должны оправдываться, они же не должны говорить, что они полностью не контролируют ситуацию, и у них люди в военной форме захватывают трибуны. Что-то они, наверное, придумают, чтобы ответить. Но на самом деле, ну, такое бывает только в недоразвитых милитаризированных странах. Вхід до сесійної зали дозволено ж тільки винятково народним депутатам. Тільки народним депутатам. Коли входять люди в воєнній формі, неізвісні люди, захватують трибуну, коли віце-спікер там, з перепугу закриває засідання і уходить. Ну, це парламентаризм чи ні? Наверное, это все-таки ближе к чему-то другому. А що у нас скоро разі потрібно, які потрібні були механізми задіяти? Що в такому разі там Верховна Рада має робити? Слушайте, ну, у нас... Адже віце-спікер була на в президії, а не було спікера, так? Наскільки ну, у нас є власть в стране или нет? Или у нас є президент, парламент или... і прем'єр. У нас є власть или нет? Или у нас окончательно в стране будуть руководити какие-то парамилитарные формирования, и прав будет тот, у кого больше штыков и у кого больше оружия. А закон не имеет значения. Власть должна наводить порядок. Вообще, на самом деле, должна быть монополия на применение силы только у государства. А когда постоянно организовываются вот эти точки нестабильности, например, там, блокады с вооруженными людьми неизвестными. Ви кажете, что влада повинна наводити порядок. От все ж таки блокада на Донбасі, ця торгівельна блокада. Все ж таки силовий сценарій чи дипломатія? Що там, як змінити ситуацію? Який сьогодні знайти вихід із ситуації? Ваше бачення? Власть должна в любом случае навести порядок, если она не хочет окончательно угробить нашу страну. Идеальным вариантом, конечно, является путь переговоров. Если путь переговоров не получается, то я думаю, необходимо конкретно заниматься людьми, которые являются финансистами этой блокады, которые являются организаторами. И они должны, эти люди, которые взяли в заложники всю страну, не писать там веселые посты на фейсбуках, а давать показания у следователя. Тогда эти блокады очень быстро все закончатся. Я понимаю, переговоры тривают, даже сам Порошенко встречался с Садовым. Если этот вариант неэффективный, необходимо понимать, кто это финансирует, кто организатор, и они должны давать показания у следователей. Нельзя идти на поводу у людей, которые держат в заложниках все государство. Ну, принаймні, там є ветерани, воїни АТО, навіть і народні депутати, і вони говорять про те, що вони займаються, власне, розслідуванням несанкціонованої торгівлі між Україною і окупованою територією, окупованим Донбасом. Давайте поговоримо, з чого це все починалося. Изначально говорили, что это сделано для того, чтобы освободить пленных. Правильно? Правильно. Итог какой? Ни одного пленного не освободили. В итоге это привело к большей радикализации со всех сторон. А путь радикализации, путь ожесточения и войны, это вот точно то, что отдаляет нас от того момента, когда наши ребята будут дома. Только демилитаризация, только мирный путь, это путь освобождения пленных. Ну, уже всем очевидно. Со временем они рассказали, что это вопросы, связанные с торговлей. Так. Если... Виникло дуже багато запитань стосовно незаконної торгівлі. І каже, що якби не було цієї блокади, суспільство багато б чого б не дізналося. Є вопроси контрабанди. Контрабанди, когда какие-то непонятные товары перемещаются с одной стороны на другую, и это работа милиции, это работа СБУ, это работа военных в том периметре. То, что касается работы украинских предприятий, работающих по украинскому законодательству и платящих налоги в Украине, к слову, было больше 30 миллиардов гривен заплачено в том году предприятиями, которые находятся на временно неконтролируемой нами территории.
то это вообще-то провокационные моменты. Я не буду говорить про катастрофу в энергетике, она уже тоже есть, уже заставляют предприятия останавливаться, вечерние пики и утренние пики, снижать нагрузку. По металлургии. Я 3 дня назад был в Днепродзержинске, ДМКД имени Дзержинского, из 3 доменных печей работает 1, и то на тихом ходу 6 плавок. 17 тысяч людей там работает, получили 25% зарплаты за январь. Северный ГОК город Кривый Рог в 2 раза уже остановил производство окатышей. К чему все это дело приведет? Потому что 300 тысяч работников горно-металлургического комплекса, а на самом деле это будет больше 1 миллиона, потому что есть еще подрядные организации, есть мелкие заводы, которые работают на крупные предприятия, остановят свое производство, и может это быть достаточно быстро. Ну, а принаймні, дві неділі, щоб ТЕЦ не зупинили свою роботу, щоб все ж таки попередити цей енергетичний колапс, замінити донецьке вугілля антрацитове. Можливо сьогодні знайти якісь альтернативні джерела? Так, звісно, на русське. То есть можно заменить на российский уголь. Все разговоры про Канаду, Америку и ЮАР, но на самом деле являются сказками. Чому? По нескольким причинам. Первое, это будет значительно дороже, потому что надо будет уголь везти через полмира. Второе, этот уголь не всегда подходит для наших ТЭЦ, потому что наши ТЭЦы построены в советские годы под антрацитовую группу. Уголь может просто не подходить. И третье, и самое важное, мы в наших портах не можем обеспечить перевалку такого количества сыпучих грузов, угля в данном случае на прием. Я вам говорю профессиональным языком, я 19 лет проработал в промышленности. Поэтому в итоге, вот в прошлом году поставлялся что же уголь в Украину? 70% поставлялось из России и 30% со всего мира. Ну просто больше завести не могли, потому везли с России. Сейчас альтернатива единственная является либо российский уголь, за который мы будем платить валютой, либо российский же газ, который будет поставляться на газомазутные блоки. Все остальное на самом деле является сказкой. На сегодняшний момент больше 60% валютных поступлений в страну генерирует металлургия. Сейчас весна, продукции сельского хозяйства нету, 60%. Курс доллара – это баланс между спросом и предложением на рынке. Нет доллара на продажу, соответственно, это все регулируется курсом. Если так ситуация, ну, еще пойдет там 2 недели, месяц. Курс сегодня стабильный, он снизуется вниз, все-таки идет курс доллара. Если такая ситуация еще побудет 2 недели, ну максимум месяц, мы не будем плавить металл, мы не будем продавать его за границу, не будем получать за него валюту, курс может быть и 35, и 40, и 50 на самом деле. То есть это почувствует вся Украина. Когда говорили, что курс 8, ну, кто верил, что он может стать когда-то в 27? В страшном сне не могло присниться. Так вот, я сейчас даю профессиональный очень комментарий. Не будет работать экспортно-ориентированная металлургия, курс может быть 50. Це що стосується енергетики, що стосується економіки, а що стосується політики, на вашу думку, сьогодні ще є час, щоб повернути все це в мирне русло? Є такі можливості вирішення конфлікту на Донбасі? Звісно, 100%. Вы имеете в виду блокаду или вы имеете в виду все? Я имею на увазе блокаду. То, что касается блокады, 2 варианта. Переговоры, если не слушают голос здравого смысла, надо понимать, кто это все финансирует, это все не бесплатное мероприятие, точно не порыв души. Ну, по крайней мере, у его организаторов. Там, я считаю, что там есть ребята, которые из идеологических соображений, да, но точно организаторы действуют не из идеологических соображений. Тогда надо понимать, кто финансирует, кто организовывает. И правоохранительным органам с ними заниматься. Есть следствие, есть прокуратура. Ну, не только ж прокуратура и милиция должна заниматься там, поиском оппозиционеров, открытием уголовных дел, травлей и так далее. Они же должны выполнять свои прямые функциональные обязанности. Тобто, в принципе, а Верховная Рада может долучиться до решения этого вопроса, чи впливу вона на его решение не имеет? Верховная Рада принимает политические решения. Угу. Это работа силового блока нашего государства. СБУ, милиция и другие структуры, прокуратура. Зрозуміло. Ну і з приводу Верховної Ради, перше пленарне засідання цього пленарного тижня, вівторок, розпочалося, зокрема, і вашим виступом з парламентської трибуни, виступали ви російською мовою, з цього приводу навіть блокувалася парламентська трибуна, ну і український спікер Андрій Парубій наголосив на тому, що найближчим часом потрібно ухвалити закон, що стосується виступів високих держпосадовців з парламентської трибуни винятково українською мовою. У нас нет проблеми русского языка, у нас нет проблеми українського языка. Просто ну, те, кто сегодня при власти, не хотят слышать правду и не хотят слышать критику в свой адрес на самом деле.
То есть слово там, горе, слово трагедия, они звучат одинаково на русском и на украинском языке. То есть это главная проблема. Примут эти законы, потом будут принимать законы о молчании, что нельзя людям говорить правду, еще что-нибудь будут придумывать. Ну, в тоталитарных государствах можно много придумать, и были тоже опыты в истории. То, что касается русского, украинского языка, у нас 15 миллионов русскоязычных людей. У нас нет проблемы, у нас нет языковой проблемы, если ее искусственно не накалять, искусственно не раздувать. То есть вы считаете, что выступ державной украинской мовы с парламентской трибуны – это штучно створенное питание? Нет, я считаю, что Украина – это Европа или не Европа? Расскажите. Ну, это же Европа. Европа. Да, Украина – это Европа, правильно? Так вот, подписывая соглашение об ассоциации с Евросоюзом, мы подписались выполнять в том числе европейские хартии. Есть европейская хартия, одна из базовых в Европе, так живет вся Европа, о языках национальных меньшинств. Поэтому выступления с трибуны могут быть как на государственном языке, так и на языках национальных меньшинств. То есть раскачиваются искусственно, там вытянули для того, чтобы отвлечь людей от проблем в экономике, от нежелания заканчивать войну, вытягивают постоянно какие-то идеологические карты. То карта «давайте запретим 9 мая», чтобы отвлечь людей. Ту карту «давайте запретим там, русский язык». То есть нету языковой проблемы. Европейская хартия специально была сделана для того, чтобы снять эти вопросы. Послушайте заявление венгров по мадьярам в Закарпатье. Да? Зачем обострять там, с ними ту же самую ситуацию? У нас есть румыны на Буковине, да, у нас много русскоязычных людей. Нет проблемы у нас языковой. И не надо ну, пытаться искусственно ее раздувать. Пане Олександре, от ви сам говорите про те, власне, що державна мова високопосадовців у Верховній Раді, у сесійній залі і мова нацменшин. Так все ж таки державна мова чи мова нацменшин? Мені чомусь здається, що з парламентської трибуни має звучати виступ виключно парламентарія винятково державної виключно, мови. Да? Це моє бачення. Тобто ваше бачення, що парламентарії не повинні говорити своїм говорить со своими избирателями, говорить со своими избирателями, которые говорят на другом языке. Але ж ви в сесійній залі виступаєте. Ну какая разница, где я выступаю? Если так говорит пол Украины, то почему они не должны слушать понятный им язык с трибуны Верховной Рады? Это искусственно придуманный вопрос. То есть сейчас придумали искусственно вопрос «давайте запретим язык», потом придумаем вопрос 9 мая, потом то, что делает сейчас этот институт нацпамяти, потом еще что-нибудь и так далее. Заниматься вообще-то надо вопросами экономики, работой, зарплатой, ценами на продукты, ценами на коммуналку, а не придумывать ну, другие вопросы, просто чтобы отвлекать внимание людей. Ну переименовали уже там, десятки тысяч улиц, площадей, городов. И что с этого? Курс доллара уменьшился или люди лучше жить стали? Нет, только хуже. Это все искусственно придуманные вопросы для того, чтобы отвлечь людей от социальных проблем. Ну, поскольку мы уже заговорили за мовне питання, от сьогодні у парламенті розглядається, на розгляді знаходяться відразу два мовні законопроекти. У Конституційному суді розглядається подання народних депутатів про відміну закону Ківалова-Колесніченка. От як ви ставитесь до цих питань? Я? Ваша позиція. Исключительно європейська. Должны использоваться языки, как национальный язык государственный, так и языки национальных меньшинств. Это четко прописано в Европейской хартии. Если вы хотите в Европу, а судя по вам, вы хотите в Европу, почитайте Европейскую хартию о языках нас меньшинств. Так же ж нельзя. Тут мы хотим, но мовы нас меньшин никто не забороняет. Тут мы хотим в Европу, а тут мы не хотим в Европу. Нет. Ви почитайте просто хартію. Згідно закону Колесніченка, Ківалова, там йде приниження української мови. Ви це придумали. Згідно Європейської хартії, значить, написано, що якщо більше 10%, це в хартії так написано, в Європейській хартії, ви ж європейка, що якщо більше 10% на даній території проживає там, носителі якогось определеного язика, там, допустим, французького в Германії, у них ж теж є Ельзас, Лотарингія, да? Ну, много таких варіантів, то местные органы, представительские органы власти имеют право вводить на данной территории один государственный язык и один региональный язык, который действует наряду с государственным языком. Это европейская хартия. Ну, мы же це Европа. Вы что, не в курсе разве? Тоді позиція, чи будете ви підтримувати позицію? От сьогодні президент виступив із своєю законодавчою ініціативою. 75%, якщо я не помиляюся, української мови на телебаченні, в телерадіопросторі. Конечно, не будем поддерживать.
Конечно, не будем поддерживать. Почему? Это надуманные проблемы и надуманные вопросы. Лучше бы президент выступил и рассказал, что у нас пенсия в два раза поднимется. Вот тогда бы ему люди аплодировали. Але якщо розглядати, наприклад, інформаційну війну, яку ми програємо з Росією, то українська мова, мова – це і є зброя в інформаційній війні проти агресора. Не думаєте ви так? Ні, я думаю, що Україна є двуязичним, двуязичною країною на самом деле. І русскоязичний український патріотизм нічим не хуже україноязичного українського патріотизму. От взагалі нічим не хуже. Бачите, кожен залишається на своїй позиції. А все остальное – це просто нав'язування тоталітарної ідеології. Зрозуміло. От з приводу цього пленарного тижня, вівторок пленарний розпочався із фінансового дня, розглядалися фінансові і банківські законопроекти, спрямовані на покращення ситуації у державі в цьому напрямку. Ви неодноразово проводили акції на підтримку обманутих вкладників. От, власне, ваші пропозиції були враховані в цих законопроектах, адже більшість із них не були підтримані учора, відправлені на доопрацювання. І депутати-автори відповідних документів говорять про те, що от зала була не готова їх підтримати, оскільки фахово не розбирається в тих питаннях, які виносилися до сесійної зали. Я постійно займаюся цим питанням. Полтора года назад, когда власть хотела протащить законопроект, который изымал единственное жилье у вкладчиков, нам удалось это заблокировать. Да, мой законопроект не набрал большинство, но и правительственный законопроект не прошел. Это уже на самом деле хорошо. Сейчас находятся два законопроекта моих на эту тему в парламенте. Один законопроект касается возврата денег обманутых вкладчиков. У нас обанкротили 89 банков, на самом деле уничтожили половину банковской системы за эти три года. Гонтарева это называют чисткой банковской системы. Да, но только от этого больше 10 миллионов людей потеряли деньги. Назвать она может это как хочет, но когда здесь 10 миллионов людей потеряли деньги, которые на самом деле растворились в неизвестном направлении, то Гонтарева это может говорить как хочет на самом деле. Я думаю, там на самом деле просто большая коррупция. Куда делись деньги с этих 89 обанкроченных банков? Вот пусть на этот вопрос ответит. Нет же вопроса, ответа на этот вопрос. Ни Гонтарева, ни правоохранительная система, никто же ничего не говорит. А деньги же куда-то делись, раз они там были. То есть первое, люди должны получить деньги, обманутые вкладчики. Там, начиная от увеличения суммы гарантированной, ну, начиная от увеличения гарантированной суммы, 200 000 от 200 тысяч до миллиона. 200 тысяч еще было при курсе 5. Эта цифра определена. Сейчас курс 27. Угу. Поэтому от 200 тысяч до миллиона, начиная от этих вопросов. Значит, и заканчивая от участия организации вкладчиков в работе фонда. В работе фонда. Потому что сегодня банкротство банков – это такой тоже рейдерский механизм государства. Банкротят банк, фонд гарантирования вкладов забирают все залоги, которые есть, и потом продают на свои же фирмы по заниженной цене там, в 10, в 20, в 100 раз. То есть это просто механизм дерибана тех залогов, которые есть в банке. Через фонд гарантирования вкладчиков. Этот момент там тоже отражен. То, что касается заемщиков в иностранной валюте, люди не виноваты, что был курс 8 и стал курс 27. Вот точно не виноваты. И точно нельзя допустить, чтобы их выселяли из единственного жилья. Там тоже прописано в законопроектах моих вопросы, начиная от того, что люди должны возвращать деньги по тому курсу, по которому брали, и заканчивая такими механизмами, как ключи на стол, если ты отдал залог, то тебя потом не будут терроризировать до конца жизни. Начиная от вопросов, заканчивая вопросами приоритетного права выкупа, потому что происходит сейчас так, что банки продают за 10% долга коллекторским фирмам, фактически бандам, которые потом издеваются над людьми. Если банк кому-то уже продает, то пусть право первой руки, право первого приобретения имеет тот человек, который имеет этот кредит. Вот это те законопроекты, за которые мы боремся. Ну і ще одне резонансне питання з'явилося на початку цього пленарного тижня. Все ж таки питання, що стосується подвійного громадянства. Президент навіть вніс невідкладний свій законопроект у Верховну Раду. Верховна Рада включила до порядку денного, щоб найближчим часом розглянути це питання. Тобто заборонити високопосадовцям, чиновникам, українцям мати подвійне громадянство, паспорти інших країн. Як ви ставитесь до цього питання? Значить, ми внесли свій варіант законопроекту, в якому запретить мати двойне громадянство государственным чиновникам, работникам местного самоуправления и людям, имеющим представительский мандат, то есть депутатам всех уровней. В этой ситуации человека автоматически выгоняют
с работы, на которой это он есть, либо лишают мандата. То есть это происходит автоматически. В президентском варианте данного законопроекта, если такая ситуация обнаруживается, то президент потом имеет право или не имеет. Только на свой рост уже президент назначает. Да, президент на свой рост вызначает. То есть у тебя я там заберу мандат, а у тебя я не заберу мандат. Так нельзя. То есть мы подготовили... Президент назначает на Верховную Раду, позбавляя депутатство. Это должно вообще быть автоматически. Автоматично. Маешь громадянство, маешь громадянство, сразу исключено. То есть вариант, когда президент потом на свой рост говорит, ты хороший, ты плохой, ну, наверное, это не лучший вариант. Это не демократия. Угу. Закон же должен быть один для всех. Я правильно лозунги транслирую? Президентский... Да? Закон один для всех? Так, один для всех. Як для високопосадовців, мабуть, так і для українців, які проживають. То есть закон один для всех с точки зрения, что президент не должен иметь механизма тебя лишить, а тебя не лишить. Тобто ви будете все наполягати на такій ініціативі, тоді ви готові будете підтримати його варіант? Ми будемо наполягати на нашій редакції. Либо, якщо в президентський законопроект будуть внесені от такі змінення, звісно, ми його підтримуємо. Дякую вам за розмову. Олександр Вілкул був гостем нашої студії, народний депутат України, який представляє позицію фракції опозиційного блоку. Я вам дякую за розмову, дякую, що ви були з нами. Залишайтесь на парламентському, побачимось.